Участие в заседании принял и губернатор Краснодарского края. По мнению Вениамина Кондратьева, подобные проекты пойдут только на пользу. Все дорожные работы должны быть максимально прозрачными. Любой человек, которому не безразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, какие участки дорог будут ремонтироваться, когда. Любой автомобилист может сообщить о некачественном ремонте, о ямах, которые образуются на дорогах. Сейчас для этого достаточно мобильной связи. Такое обращение должно быть обработано, ну а проблемы должны устраняться максимально быстро. Улучшение качества дорог – одно из приоритетных направлений в работе правительства страны, заявил Медведев. В дорожном фонде Краснодарского края в этом году на ремонт и реконструкцию трасс предусмотрено 23,5 миллиарда рублей.